Прошу помоги с цешными каскетами. Лена, Оля, готовы? Готовы, что такое? Берите босса. Дверы пока не вырывают. Начинаем охрану, вылезаем. Я попросил босса подбить. Я сейчас солью такое. Блять. Давай пирог. Да поехали здесь. Пул добав. В доме банки проверили. Есть банки. Они просто стоят где-то там на 50%. Она приятная. А, точно. Ну вот, видите, сливает телевизор. Да и улетает, да, стоит. Как видите процесс видео? Проблема в том, я отрегенивать очень быстро под загибом. Фарм. Блять, когда у него барьер, я регенить не могу. Еще без кота. Без кота. Нужно, значит, еще одного сбиватора на кого-то повесить, блядь, и это самое. И, я сделаю, но похоже. Ну вот, тогда будет у нас от смайла сбиватор, соответственно, одного сбиватора просто поменяем на этого, на кота. Я на следующий версию не сделаю. Ну и все равно я бы говорил, блядь, что нам слишком много всяких этих фармеров. Либо, блядь, настраивать очень хорошо матросы, чтобы там все ливало давалось, потому что и кот, и кота, и, блядь, тебя, свест, и парк, и все нахуй, короче, в мейнпатче нужно. Очень долго барьер развивает. Ну хера еще не забушены. Ведь элементарно у кого скил состой есть на пакетах. Ну вот. Что есть? Шестой тир. Рунка. Хера. На скорость атаки. У меня есть. А как, какой скорость атаки дает? Ну такой. Да нет, он какой-то дает, такой не помню какой. Ну вот у меня сейчас... Талон Хэмит. ДК-лайк. Вот, у меня на тире сейчас ДК-лайк. Он дает 4 скорости. А что там он цели? Хай-левел, да, смотрим. Там мат, ну что? Ой.